Светлана, хотел бы спросить, как вы в данный момент взаимодействуете с высшими силами, с ангелами, Богом, и на каком уровне это все происходит в вашей жизни? Вы почему-то отделяетесь, высшие силы, а вы кто? Низшая сила? У вас где-то есть кассы, билеты где-то продают у вас, встречи с высшими силами. А вы-то кто в этом пространстве? У вас этот вопрос возникает, потому что вы на сегодняшний день себя ощущаете как человек в своем физическом теле, который находится вот в этом мире, в этой плотности. Но когда вы переходите на другое состояние осознания, когда вы понимаете, что эта плотность, это вы и есть, то в вашей плотности что будет? Плотность единая. Пространство, вернее, плотности много, пространство единое. Когда вы осознаете себя пространством, то что вы будете делить? Вы же про ангелов, когда говорите, вы же предполагаете это, что там белые человечки с белыми крыльями. И Бог, тот, которого нарисовали. А вы тогда кто? Где ваши знания о вас? Вот когда вы их вскроете, у вас вопросов не останется. И закрытыми глазами просто будет крутиться голова, и будет немножечко откидывать, то как бы меньше просто опору держимся. Ты в этой жизни не хочешь ничего понять, ты уже говоришь, ну ладно, как бы. Ну да. Давайте с завтрашнего дня, да, начнем, с понедельника. Да, там будет полегче, энергии поменяются, тело будет получше, поздоровее. Не, я серьезно. А я тоже серьезно. Пока ты это тело себе здесь не восстановишь, ты пойдешь на разуплотнение, тебя не будет вообще. А. Это твое вообще просто последнее проявление будет. У тебя есть все шансы здесь собраться. Конечно, она же рассказывала, что следующее. Смотрите, что мы делаем, когда мы наполняемся, что мы делаем, когда мы раздаем себя. Когда мы себя раздаем. Ну так ее нет теневой. Ну мы же все хотим быть хорошими, да? Ну в том-то и дело, да. А чтобы принять свою теневую сторону, ну самая элементарная практика. Начни быть плохой. Вот от тебя хотят что-то хорошее. Ну вот как, например, от меня говорят, ты же такая просветленная, тебе нельзя такими словами материться. Схуяли. И все. И вот ты иди в то, что от тебя не ожидают. Сначала будь вот максимально плохой. И когда тебе скажут там, ты матершинница, ты скажешь, ну да. И все, больше ничего не сможешь сказать. Как бы все, это максимум. И вот с этого уже, с плохого, ты уже будешь понимать, надо тебе это или нет. Ты уже будешь из состояния себя. Ты уже не захочешь быть хорошей или плохой. Ты захочешь быть самой. Потому что ты в себе это приняла. Да, потому что иди в плохое. То есть вот что, за что осуждают, туда иди. Если понимаешь, что тебя осуждают вот за это, например, туда иди. Прям тотально. Нет.